В областной больнице имени Середавина ведется масштабная подготовка к потоку пациентов с коронавирусной инфекцией. Около 2 месяцев медучреждения оснащают оборудованием по правительственным программам, но помощь лишней не будет. Меценаты закупили оборудование на 3 миллиона рублей. 10 мониторов для слежения пациентов, 10 перфузоров, то есть систем доставки лекарственных препаратов, 10 хирургических аспираторов и 2 кислородных концентратора. Эта техника, она востребована и сейчас, и в будущем будет, разумеется. В больнице существует такое оборудование. Подобный вклад, он, разумеется, отчасти обновит и усилит позиции больницы. И, соответственно, также будет ежедневно применяться в лечении пациента. Главный корпус больницы имени Середавина полностью перепрофилировали под госпиталь для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Часть подразделений уже работают в этом режиме, например, отделение реанимации. Для инфекционных больных более легкого профиля – терапевтические отделения. Подготовленные палаты общего профиля первично-сосудистого отделения, оснащенные аппаратами ИВЛ. Оборудуют еще 36 коек искусственной вентиляции легких. Всего в больнице сейчас оснащено 650 коек для больных коронавирусной инфекцией. При необходимости количество мест могут увеличивать в 1,5 раза. Все сотрудники подразделения прошли дополнительное обучение на кафедре инфекционных болезней Самарского государственного медицинского института и прошли итоговое тестирование. Наше подразделение в настоящий момент законсервировано, и мы находимся в режиме ожидания, готовимся к приему пациентов. Также в настоящий момент развернуто 36 мест. Главврач больницы Армен Бинян вручил меценатам благодарственные письма от коллектива лечебного учреждения за оказанную помощь. Елена Малютина, «События».